уводите вот меня отсюда. Нет, ты просто вот так. Удар должен быть так. Ты стоишь на рейде, ждешь, и вот удар пошел. Вот. У тебя расслаблено плечо, и вот просто вот. Важно еще понимать, как дышать во время удара. Ноги, ты должен вот так идти к противнику. Давай, вот. Давай, бой. Как? Бой. Покажи, покажи. Нет. Ноги. Никто не ожидает. В данном случае ты идешь вот так. Никто не ожидает. Стоит автомобиль, это их не остановит. Вот вы убедитесь в скором времени. Они при вас будут заезжать. На вокзалах работы там не такое еще происходит. Ну там вот я просто. Могут и на тебя встать, даже если ты стоишь. Вот. У меня ходатайство. Как-то так. Включите, пожалуйста, ему в постановлении счет за диагностику. Ходовой. Хорошо, просто это вот чисто лично моя просьба, потому что я зря присаживался, да, и сайлентблоки ему посмотрел, что там все окей. Ну все, как-то так, наверное, да. Получаете свой штраф. И с ним же едете на штрафстоянку забирать. Ты здесь сюда я ставил. Это тротуар всегда. Здесь отсюда, вот сколько здесь ставят, сколько здесь эвакуируют. Сейчас, секундочку. По правилам, не тротуар. А нельзя парковать на тротуаре, если нет прохода для этого. Давайте. Да, да. Это вы где такой прочитали? Да. Видишь, я улыбаюсь просто. Женщина говорит, Покажите, что если можно парковать, проходу, если для прохода 2 метра? Нет, если нет, для прохода для пассажиров. Проход для пассажиров. Так. Здесь какие-то знаки, что это парковка или что-то подобное. Нет, вы покажите мне правила. Показать. Нет, вот это нарушение. Да, хорошо. Потому что на самом деле нельзя парковать на такой части, если нет, нельзя пройти людям. А так можно. А так можно, да? Прям в правилах прописано, да, честно. Да! Прям вот мы открываем. Не мое мнение. Ну, раньше так было. Может быть, сейчас это отменили. Но когда я училась в свое время, 20 лет. А если открыть пункт правил 9.9, правила дорожного движения, там написано, кому можно на тротуаре, а кому нельзя, и так далее, и так далее. Там как раз прописано про машины обслуживающие, которые там уборочная техника, разгрузочная. Там вообще ничего не сказано про то, что пешеходам, если есть там сколько-то метров. Вот прям серьезно говорю. Раньше было 20. Вот, вот про дворовую поверю. И соответствующий знак ставится там, да. Тоже. А, ну хорошо. Хорошо, тогда я проверю и потом протестую. Вам тут рядышком прогуляться, а кстати. Куда? A few moments later. Пожалуйста, смотрите то, что вы снимали со мной. Так вы же сами подходите. Я требую снять. Вы сами ко мне подходите. Молодой сейчас. Человек. Так вы же сами ко мне подошли. Подождите, вы как так может быть? Я стою здесь со своими ребятами. Нет, вы подбегаете ко мне. Достаете клыки. Так вы же подошли. Вы снимали, когда я. Правильно, так вы же подошли к нам с полицейским. Молодой человек, вы снимали нас с полицейским. Вы не имеете. Молодая женщина, я еще раз повторяю. Самый гуманный суд в мире, я понял. Да. Молодой человек, вы не имели права снимать. Вы подошли к нам. Да, я подошла. Я не имела права снимать меня с другим человеком. Как вы это не имели права? Это нарушение моих прав. Я нахожусь. Да, я сейчас. Платил, пожалуйста. Ребят, можно я подождите? Молодой человек, я не сейчас. Имеете права снимать. Зачем вы на меня набрасываетесь? Я же со словами товарищ адвокат, вы так на вас не лезу. Товарищ адвокат! Адвокат! Вы не имеете права снимать без меня, меня без моего разрешения. Я это делаю для записи, чтобы потом предъявить судебных лиц. Здравствуйте. Мы здесь кого сфотографируем. Давайте мы попробуем вашу машину сфотографируем. Сегодня... Давайте вместе сфотографируемся. Давайте. Только надо вместе. Видеозапись. Давайте. Нет, ну вы почему вы селфи? Нарушаете законодательство Российской Федерации и дотрагиваетесь до моей нарушаю. Машины? Я не нарушаю. Я вообще репортер. А кто? Сейчас... Я смотрю на этих бездельников и пришел сейчас зафиксировать. Да я смотрю бездельники. Давайте вместе. Так. В общем, смотрите. Ну, помогайте мне изобличать их. Давайте. Ребят, зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Расскажите, пожалуйста. Вот мы как... уже минимум нас двое, мы недовольны. Минимум нас двое, мы недовольны. Так. Я буду тоже их снимать. Вот у меня камера даже получше, чем их телефоны. А мне нравится трогать машины. Да? Да. А в милиции не нравится? Так же, как вам ездить по тротуару. Давайте вызовем реально полицию на них. Давайте, да. Давайте. Я подожду.
Я подожду даже. Ну, через 3 минуты. Блин, у меня нет аргументов. Ну ладно, я тоже подожду. Вызываете? Ну, я не вызываю, я вас фотографирую. Давайте вы расскажете просто, ну, что вы сами это сделали, хорошо? Ну, мне сейчас просто некогда. Скажите, Щеня, как ты провел лето? Давайте, молодой человек, зачем вы наклеили на мой автомобиль вот эту наклейку? А, блин, а вдруг это не он? Их еще вон сколько? Скажите, а вот, смотрите, этот молодой человек. А у него в портфеле больше. А у него в портфеле. А зачем вы трогаете мою наклейку? Вот еще один молодой человек. Зачем? Боитесь коронавируса? Я уже вижу глаза красные. Ну, понятно. Так, вот еще один молодой человек. Да вы что, я за вас топлю. Хорошо. А вы топите меня почему-то сейчас. Наклеили, вот так вот по-человечески к людям. Вот. Клеят наклейки, а как вы поняли, что мы безработные? Ну, потому что вам делать нечего. Ну вот странно, на тротуаре и вы... Подождите, сегодня я суббота. Помаду губную. Подождите, спасибо вам большое. Сегодня суббота. А, время так, 4 часа дня. Отлично. И вы, я на тротуаре. Но почему безработный хорошо. Именно я? Ладно. Я сейчас буду звонить вашему отцу и жаловаться. На каком основании он дал вам автомобиль? И вы нарушаете. И вы нарушаете. Нет. Нет. Я еще раз повторяю, я в курсе, что вам дал ее отец. И я сейчас реально спрошу с него, почему он дает вам автомобиль, и вы нарушаете. Знаешь, что мой отец умер, блядь, год назад, блядь. Так, а теперь давай-ка ты ко мне не подходишь и ты держишь давай... дистанцию, держишь понимаю дистанцию. Вообще, что говоришь, я еще раз повторяю, и что я сказал? А что я сказал? Я тебе говорю, у меня отец умер год поэтому назад. Ты сейчас меня бить будешь? Офигеть. Сука, сейчас никто не скажет. Нет, давай за языком следи. За языком вот, следи. Пожалуйста. Вот, вот. Чего? Вот, что, нормально, что вот выбираю. Он наклеил. Нет, а в чем дебил. Я не так встал? Да это не ко мне, вот моя машина. Блин, блин, вот придурки три. Пожалуйста, разбирайтесь. Нет, а в чем вы не так встали? Придурки кто? Так нас не трое, нас пять. На тротуаре. Это магазин. Это тротуар. Зайдите, там даже написано для посетителей магазина. Есть надпись, что это не парковка. Хорошо. Обнял меня, я в шоке. А сейчас вот давай объективно. Что здесь такого? Он тут шутит, бездельники работают. Я говорю, отец дал тебе машину, на каком основании? Мой отец умер. Я соболезную. Очень неприятно, что так случилось. Горе у каждого в семье. Ну а при чем здесь я? При чем здесь Идар и так далее? Туда, 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 туда. А вы водитель, да? Да, да. Тут всегда машины ставили. Чё вдруг сегодня поднялись, я не могу понять. Не, и без маски. Одевайте нет, маски свои. На улице, серьезно? Ну, тут же всегда нет, стоят. На улице маски, вы говорите. С 13-го числа. Подождите секундочку, сейчас, ладно. Не понял. Суть не в масках. Вот чем вам это не парковочные места со знаком, со разметкой? А она платная. А это тротуар бесплатный, не, правильно? Не, ну тут стояли всегда. Это правда тротуар? Здесь вот люди должны ходить пешком, с колясками, вот как вон отец ходит и так далее. Ваша машина? Моя машина. Здрасте. Яйца Александр. Здравствуйте. Документы будете забрать. Это документы что-то залепили, блин. Да. Тут запрещено стоять? Да. Конечно, трусливые твари, если честно. Пошли бы хотя бы в место какое-то, где это реально мешает. Я диалог не собираюсь продолжать после таких слов. А, ну извините, ладно, молодой человек, простите. Не, не, вы меня там уже обняли, ударили там. Ну, вы извините моего отца. Хотя вы взрослый, если вы говорите, вам 33 года, дословно вспомните, что я сказал про отца. Я что сказал? Как-то оскорбил отца, я сказал, что? Ну ладно, я вам тоже вспылил. Вы просто пойдите хотя бы в то место. Мы идем в то место. Ну что, куда вы нас позвали? Вы куда нас позвали? Не конкретно вы, а давайте я вам скажу, вот, посмотрите, вот есть Ленинградский вокзал, рядышком совсем, да? Да, я знаю, площадь трех вокзалов. Да, там большое количество таксистов. Чего вы там не тусуетесь? Потому что вам пиздец. Потому что... А здесь, конечно, ну, по одному человеку, да. Вот только суть в том, ну, все, хорошо, все. Ладно, красавцы. Мы боимся, что нам дадут издюлей. Все, я думаю, что так и будет. Конечно, так и есть. Вы прям в точку, а вот мне теперь стыдно признаться в этом. Вот вы раскусили. А до хрена вы ходите, 10 человек? Вы раскусили. Хотел сколько бы 10? Один такой умный. Почему 10? Ну, сколько он? Вот, раз, два, три, так тротуар большой, как я один буду справлюсь? Не успел бы наклеить, ну ладно. Я бы не успел бы добежать до вас. Не, я же просил постановление не выписывать. Нет, это же постановление. Вы сейчас пойдете базу. Право не свидетельствовать все свои обыски, 25-1 суммы адвоката заявляет суде 79 за отдачу ложных показаний. Я же просил вас. За кофе будете расписываться, нет? Не, я же просил, не согласен с вами. Ваши документы, я понял. Мое решение обжаловать в течение 10 суток. Нет, а зачем вы так делаете? Потому что это моя обязанность. Постановление выписывать сразу? Постановление с протоколом, да. При моем несогласии вы должны были протокол составить. Я вас понял. Рассмотрим на месте правонарушение. Очевидность правонарушения. Вот здесь говорите, запрещено машину ставить. Да?
Я тут рядом работаю. Я каждые 5 минут буду выезжать, выходить и вызывать гаишника, чтобы убрали отсюда машину. Все правильно. Это правильно? Вы вообще... Да, значит, да, да. Вот я уже эвакуатор приехал. Как вы, стукачит, блин, да? Вот, а в чем вот, стукачит? У нас, оказывается... Я не мешаю вам ходить по тротуару. Нет, пока машина в состоянии покоя, я же объяснял вам. Вас не было. Вы радуйтесь лучше постановлению. Очень... Вот, слава богу, вас не забрал эвакуатор. Вы бы вообще сейчас на другие деньги попали. Вот кроме шуток. Я понимаю, да. Наш... Порядка со скидками, со всеми, шагу... порядка 6,5 тысяч вы бы сейчас отдали. 6 тысяч. Эвакуация плюс это. Если усмотрится в моих действиях какая-то незаконная составляющая, протокол постановления направлен. Я же просил вас не выписывать постановление. Вы поняли, как обзор? При моем несогласии все, вы должны были слушаю. Протокол составить. Я вас вызывать понял. Меня я его составил. В отделении там и разбираться там. Все, я вас понял. Машина, будьте добры, с тротуара. Убираю, убираю. А чего вы не отдыхаете в субботу? Я не могу понять. Подождите, в будни нас спрашивают, что вы не работаете, в субботу что не отдыхаете? И у вас свое дело есть вообще? Конечно, официальное? Конечно. Ну подождите, можно я не буду отвечать? 51-я ну, статья Конституции, можете. Как вот сейчас вам инспектор зачитал. Людям же не создавайте... Вы сейчас вообще сказали стукачество. В чем стукачество? А вы вызвали, в том, что люди просто плюют на всех, на друг друга, понимаете? Мы аккуратно заезжаем. Да какая? Я могу аккуратно идти по проезжей части? Поверьте, вы сейчас выручку магазина сейчас урежете конкретно. А почему своей... выручка магазина? А вы вообще сейчас не связаны между собой вещи говорите, вы понимаете? Здесь. Здесь дело не выручки. Здесь сейчас в данный момент очень много парковочных мест. Вам ничто не мешало поставить на парковку. Я не хочу не ругаться с вами. Я только что вашего коллегу... Я знал, что тут всегда стоят машины. Да плохо, не обращайте внимания. Сейчас я, не дай бог, сяду здесь какать, писать на тротуаре. Не знаю, что здесь туалет. Не обращайте на меня, дурака, внимания, если я что-то здесь буду подобное делать. Именно меня, бедного человека, надо было... В чем бедного? Сдавать. В чем сдали? Вы пришли, инспектор уже был здесь. Тогда не 5 тысяч. А сколько? Не 5 тысяч. Ну, посмотрите, там написано. Я не знаю, блин, но все там равно написано. Штраф большой. Подождите, вы пришли, инспектор сам к вам подошел. Мы же не кричали, татары! Ну, грубо говоря, там, вон он, типа, бегите на него. Он сам подошел, говорит, ваша машина... Вовремя подуспел. Да, а я к вам без него подошел и сказал, ваша машина, говорю, уберите машину, тротуар. И к вам в этот момент подходит инспектор. Это не стукачество. Нет, а вы, активисты, прикрываете дорогу, блин, да? Ну, зачем прикрывать-то? Я что, встал амбразурой перед вашим автомобилем, нет, не пущу, что ли? Обычно в интернете так делают. Ну, покиньте, нет, вы видите, я с вами на вы, мне не хочется ругаться. Сейчас заехал ваш коллега тоже в службе такси работает. Я ему говорю, слушайте, я понимаю, тяжело, агрегатору, таксопарку, говорю, деньги отдавайте. Говорю, уезжайте, уезжайте скорее, чтобы денежка. Он сейчас подошел, говорит, спасибо, мужики. Я понимаю, что это сложная работа, и вы не от хорошей жизни подрабатываете в такси, но, пожалуйста, на будущее, тоже не от хорошей жизни я здесь стою. Люди. Я знал, что тут ставят машины, никто не... Уезжайте, а то сейчас эвакуатор вам не даст нормально уехать, неудобно. Ну, уезжайте. Ребят, отойдите, чтобы он уехал, эвакуатор с той стороны сейчас.